Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Это новогодний официоз. Пора подвести итоги, друзья. За время существования программы мы выпустили 60 официозов. Рубрика менялась, менялся ведущий. Сначала он был таким. Здравствуйте. Потом таким. Мы не можем показать постоянного ведущего рубрики «Официоз». Потом помолодел. Здравствуйте. И резко возмужал. Здравствуйте. В разное время мишенями нашей критики были Вячеслав Наговицын. Никого и ничего не стесняясь, администрация Вячеслава Наговицына разместила на сайте госзакупок заказ. Правительство Бурятии в целом. Правительственная делегация еще не успела вернуться из Милана, и вот новый вояж. На этот раз в Берлин. И его отдельные подразделения. На этой неделе у нас отличились спортивные чиновники. Но главным героем, так уж получилось, стал мэр нашего славного города Александр Галков. Нет, ну и что? Мы просто не могли пройти мимо его оригинальных идей. В прошлом выпуске мы говорили о желании Галкова сажать деревья в мерзлую землю. До этого о 50 миллионах на мусор. А сегодня о свекле. Он тоже был к нам неравнодушен. Вы не ответите на вопрос, Александр Михайлович? Я вам ответил, сегодня решение не принималось. Вы тоже с нами ездили? Это правда? Вы скажите, это правда? Есть такая информация? Я понимаю, вам, наверное, хотелось бы с нами съездить и узнать больше. Друзья, все когда-нибудь кончается. Этот выпуск официоза последний. Но это совсем не значит, что мы оставим в покое нерадивых чиновников-коррупционеров. В новом году на смену официозу придет другая, не менее острая программа. Спасибо, что смотрите нас. Мы вас любим. А напоследок, пользуясь служебным положением, хочу показать вам мой любимый выпуск официоза. Не про Галкова. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you, but I walked away. Это Настя Носкова. Недавно она победила сразу в 4 номинациях на международном вокальном конкурсе в Латвии. Для того, чтобы талантливая девочка смогла принять в нем участие, бабушка Насти взяла 3 кредита. Наша рубрика посвящена чиновникам. Казалось бы, при чем здесь они? Да в том-то и дело, что практически ни при чем. А очень хотелось бы. Дамы и господа, Настя уже знаменита. Она уже сделала для имиджа республики больше, чем многие инвестиционные форумы и заграничные поездки. Помогите таким, как она. Сделайте так, чтобы талантливые люди не уезжали, а оставались в Бурятии. Sometimes I just want to hide, 'cause I eat and miss. You know it's a hard goodbye when it comes to this.